Спасибо тебе большое за то, что помог разобраться. Это Джокер, что ли? Ты привел реально Таноса, что ли? Камни бесконечности! Всем привет! Меня зовут Скрэчи. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, сегодня Ричи попросил зайти к нему в гости, потому что он сказал: Скрэч, я подготовил для тебя кое-что безумно крутое. Просто обязан это увидеть. Ну а так как мне безумно интересно, мы прямо сейчас отправляемся в гости к Ричи. Какого фига? Если вы хотите сказать, с большой ответственностью приходит большая сила. Нет, я тебе хотел сказать то, что с большой силой приходит большая ответственность. Это я тебе объясняю. А, все по. О, Крич, ты давно здесь стоишь? Да вообще-то давно. Так, ладно, ты мне говорил зайти к тебе в гости, потому что и ты подготовил для меня что-то безумно крутое. Я готов. А, да-да-да-да. Кстати, вот доставай костюм. Какой костюм? Человека-паука. А, так я его в химчистку отдал. Да, Лёл, я тебе один раз в жизни попросил принести костюм Человека-паука, и ты его сдал в химчистку? Ну, да, он загрязнился, его нужно было уже в химчистку отдавать. Ничего страшного, я могу сбегать забрать. А, ну хотя бы чистый. Ладно, показывай, где эта химчистка. А. Мне все равно делать нефиг, а тут дядя Бен достал уже про свою ответственность и все такое. Фу. Так, ну химчистка находится возле полицейского участка, ну то есть недалеко, так что погнали. Паркур, новое движение, да-да-да. Ты что, упал что ли? Ага. Ой, господи, Ричи, ну ты в своем репертуаре. Слушай, а ты мне хотя бы расскажи, что ты там вообще подготовил? У меня есть маленькая идея. Я хочу твой костюм проапгрейдить с помощью Венома. Проапгрейдить костюм с помощью Венома? Кого, блин, это вообще ну, как? Помнишь фильм, там, где в него симбиот вселился, и его костюм стал такой черный, и он такой весь... Это что такое? А, подожди, это мой... Ричи, что происходит? У тебя есть оружие какое-нибудь? Да-да-да-да, помоги, иди сюда, помоги мне. Да меч мне дай. Давай, ты скинь его быстрее, господи. Я скинул, мне больно, слышь, они меня... А че меня долбасят-то? Да все нормально сейчас, а зачем ты мне два меча скинул? В смысле, я тебе один только дал. Не, у меня их два. Откуда у тебя два? Слышь, еще. Ты не знаю откуда, короче, вот тут химчистка. Ай, блин, меня скинули с забора. Так, ладно, сейчас я выберусь. Так, то есть ты предлагаешь вживить в мой костюм симбиота? Сделать типа симбиота Человека-паука, что ли? Ага. Мне кажется, так не получится, Ричи. Я смотрел гайды на Ютубе. А, ну раз смотрел гайды на Ютубе, то окей. Все, погнали тогда быстрее в химчистку. Мне интересно, а какие тогда способности откроются? Так, а вот как раз-таки химчистка. Блин, там дяденьку какого-то задержали. Нубик? Я не знаю, что там делает какой-то нубик. Так, ладно, пофиг вообще. Давай, расфигачим вот этих вот грабителей и разбойников. Так, получай. У, все, здрасте, все, мы со всеми расправились. Заберите костюм свой, пожалуйста. Ой, какой-то у него странный голос. Так, окей, ладно, сейчас заберем костюм. А где он вообще? А, здесь еще грабители наверху. Ричи, ты где, помогай? Я помогать не собираюсь. Алло, ты Человек-паук, а я, блин, обычный поц, который умеет эти костюмы делать. Поэтому не выпендривайся, делай. Так, ладно, где мой костюм? А где костюм? А, да забирай, забирай, на. А, во, нифига себе. Так, окей, забираем костюмчик. Спасибо большое. Все, Ричи, пойдем, костюм у нас. Так, 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 надеваем его. Ууу, окей. Так, погнали в лабораторию, я быстренько прообрежу твой костюм. Наконец-то я могу дальше высоко прыгать и так далее. Так, в лабораторию. Окей, погнали в лабораторию. В принципе, она не так уж и далеко. Мы быстренько сюда доберемся. И сейчас проапгрейдят наш костюм. Так, стоп. Ричи! О, у меня паркур, новое движение. Да ты мне объясни, а где ты клетки Венома-то собрался брать? Блин, серьезно, у тебя нет их? Ты издеваешься, что ли? Откуда у меня клетки Венома? Ну а вдруг ты там с ним корефанишься? Ты эти видосы постоянно снимаешь. Может, тебе остались там заначки какие-нибудь. Ай, ладно, сейчас погоди, проверим. Так, ага. Так, сейчас загуглим, где он живет. Короче, он находится в порту. Он находится в порту. Так, окей, ладно. То есть мне расфигачить его и забрать его клетки, правильно? Ага. Так, ну окей, ты тогда можешь пока посидеть, отдохнуть. Порт находится довольно-таки далеко. Хотя, знаете, с моей паутиной мы туда долетим просто за считанные секунды. Так, не понял. Так, окей, порт находится, по-моему, вон в той стороне. Так, здесь у нас стадион. А где порт, блин? Вот набережная у нас, значит, порт находится вон там вот. Так, все, там уже виднеется кораблик, а значит, мы на верном пути. И скоро наш костюм станет уникальным. Так, окей, Рич сказал, что Веном находится где-то здесь. И где он должен, блин, здесь находить? А, вот он! Так, окей, опа, она, нифига себе, а что здесь за файтинги? Я помогу вам, братишки. Хотя вы грабители и преступники, вас тоже надо расфигачить. Используем специальную паутину. Далее, нужно сменить скилл на огненную паутину, потому что, как вы знаете, я не знаю, симбиоты боятся огня или нет. Блин, я не помню, но я знаю, что они боятся громких звуков. Окей, расфигачиваем. Привет, Веном, получай. Да, походу, огонька он боится. Но я знаю, что он боится громких звуков, но этот скилл очень и очень долго перезаряжается. Так, окей, супер удар с разворота. Бэкфлип, ё-моё, нифига себе, что могу. Делаем самую крутую способность веб-бэрэдж, которая запутывает и очень сильно дамажит. И...
последний удар. Фу, мы расфигачили его. Так, а вот как раз таки... Кто? Мили, спасибо тебе большое за то, что помог разобраться с ним. Теперь это наша территория. Какая ваша территория? Вы издеваетесь, что ли? Он пошел отсюда. Это Джокер, что ли? Так, ладно, не сейчас, Джокер. С тобой мы разберемся немножечко попозже. Так, и куда он делся? Кого вообще фига? Ой, господи, вот эти вот непонятные ситуации. Ну ладно, по крайней мере, у нас теперь есть симбиот. А это значит, что мы можем проапгрейдить наконец-то наш костюм. Так, наш дом находится вон там вот. Хотя зачем дом? Нам нужна лаборатория. Извините, мне сюда. И забегаем в лабораторию. Ричи, я отфигачил наконец-то Венома и принес симбиота. Давай, помещай его тогда туда. Ага, поместил. Ага, так, молодец. И давай костюм. Вот, даю тебе костюм. Че-то это очень все странное. Ага. Никогда такого еще, кстати, ага, не было. Никогда мы не модернизировали наш костюм. Так, ну что там? Можешь пока идти прогуляться, там кофейку себе попей, там все такое. Давай, удачи в этом. Вернись через час где-то. Через час ты издеваешься, а что так долго? Потому что это точечный процесс, ювелирная работа. Давай, 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 давай. Ой, господи, короче, ладно, пойдем тогда посидим возле дома и подождем, пока Ричи закончит. Так, ну что ж, ребят, вроде час уже прошел, а это значит, что Ричи закончил костюм. Интересно, что там вообще получилось? Так, запрыгиваем в лабораторию, Ричи. О, получилось? Ага, чё, да, забирай костюм. Чё ты, кстати, опоздал? Я еще минут 15 назад закончил. 15 минут назад закончил? Не знаю. Так, вот здесь костюм? Да, в сундуке. Чё-то мне даже стрёмно его брать. Симбиот Спайдермен, нифига себе. Так, надеваем его. Офигеть, не встать! И здесь какие-то способности, которых я раньше вообще не видел. Скретч, короче, побалуйся, сделай мне какой-нибудь отчет, расскажешь мне потом, как все прошло и что этот костюм умеет, окей? Мне кажется, я с этим костюмом смогу победить даже Октавиуса. Мне кажется, ты даже в этом костюме можешь Карнажа победить, но не суть. Иди, полицейский, может, они знают, где-нибудь какой-нибудь злодей сейчас что-нибудь делает. О, балдежненько, так, все, Ричи, я тогда погнал. Окей, что умеет наш костюм? Во-первых, мы офигеть быстро бегаем, мы офигеть далеко прыгаем. Далее, веб-шутеры вроде у нас стандартные. Так, полицейский участок, давайте подбежим. Далее, у нас есть способность, которая называется Тентакль Чоук. О, наша рука может вырастать почти как у Венома симбиота. И мы при помощи нее можем много чего интересного делать. Так, дальше. Просто посмотрите на мои пальцы. Это офигеть, это штуки как у Венома. Просто капец. Так, ладно, окей, мне нужно в полицейский участок. Оп, здравствуйте, я ненадолго. Так, поднимаемся наверх. Здравствуйте, есть какое-нибудь важное задание? А, тут недалеко Октавиус разбушевался. Короче, схватил какую-то девочку Мэри Джейн вроде. Да, вот Мэри Джейн, пошел с ними свидание. Кого, блин, и где они находятся? А, ну знаешь, это вот полукруглый такой ресторан. А, все, я понял, больше не надо слов. Все, погнали тогда быстрее. Отфигачим Октавиуса, потому что это просто капец какой-то. И заодно протестируем наш новый костюмчик. Полукруглый ресторан. Это, в принципе, не так уж и далеко. Вот сюда. А вот как раз-таки и он. Так, поднимаемся наверх. Ага. Здесь уже есть дырка в стекле. Смотрим, что мы умеем еще. Есть способность, которая называется шар. При помощи нее мы можем кидать отростки какие-то. Так, а ну, ребятушки, извините, подождите. Я хочу испытать вот эту способность. Офигеть, просто посмотрите на это. Как это круто выглядит. Такими темпами мы, чую, победим всех очень и очень быстро. Так, давайте спустимся вниз, посмотрим, есть ли там кто-то еще. По-моему, не, я посмотрел, никого нету. Офигенно. Дальше есть способность, называется симбиот рейдж, при помощи которой я становлюсь, походу, мега-мега сильным. Дальше вот такой удар, ну, мы его все видели. Так, окей, ладно, теперь пришло время отфигачить Октавиуса. Октавиус, извини, но мне придется с тобой попрощаться. Ууу, офигеть, я его расфигачил. Тебе мы, пожалуй, освободим. Привет. Спасибо, что спас меня, герой. Ой, блин, надеюсь, ничего никто не видел. Так, все, вроде все нормально. Я просто случайно костюм снял на одну кнопочку. Так, окей, все, Октавиуса мы расфигачили. Это значит, что можно отсюда, в принципе, выбираться. Здесь еще есть какая-то способность, которая называется слингшот. И это мы подпрыгиваем и сразу с двух рук офигеть быстро перемещаемся. Просто кайф. Так, окей, ладно, давайте осторожненько спустимся в полицейский участочек и доложим о том, что мы победили Октавиуса и спасли Мэри Джейн. Но этот костюм просто бомбезный. Так, закрываем дверцу. Я расфигачил Октавиуса. Тут где-то гоблин распоясался, помоги нам. Гоблин? Офигеть. А? Это уже противник посерьезнее. Так, ладно, окей. Я попробую его. А где он находится? Какого-то дядю Бена хочет схватить. Дядю Бен? Да, все, я понял. Так, окей, возвращаемся тогда быстрее. Ай, господи, я на стул случайно сел. Все, возвращаемся тогда к дому, потому что на дядю Бена напали. Нам нельзя этого допустить. И нужно его спасти. Обана! Осторожненько, так, я кого-то там видел. Там кто-то бегает. Так, мы уже очень и очень
близко. Так, оба-на, я вижу. Офигеть, это что за гоблинята маленькие? Так, дядя Бен, все, все хорошо, спокойно, спокойно. Получаете, и теперь офигительный удар. Вот так вот, да, это просто жесть. Такого человека-паука я еще не видел в Майнкрафте. Привет, братишка, пока, братишка. Пошли отсюда, мелюзга. Так, окей, и где гоблин? Я скамейку сломал, извиняюсь. Так, где... О! Как... Он у тебя дома! Какого фига ты делаешь у меня дома, гоблин? Так, получай. Активируем. Сейчас, извини, извини. Сейчас я активирую свои... Блин, капец, надо его срочно выводить. Ты что с дядей Беном в бассейне купаешься? Активируем свои клешинги, и так я буду гораздо сильнее. Теперь ярость симбиота. И, по-моему, я стал еще немного сильнее. Так, вот такой удар. Кидаем шар. Блин, вот шарами фиг попадешь на самом деле. И, наконец-таки, добиваем гоблина. Получай. Вот так вот тебе, вот так вот пощекочу тебе лоб. Так, получай. Все, я его расфигачил. Просто кайф. Дядь Бен, с тобой все в порядке? Ты не подстрадал? Нет, один из них даже слушал мои нотации по поводу ответственности. Я понял. А что за нотации? А, ну я им говорил, что ты еще маленький, сильный, мало ответственности немножко. Ну, когда вырастешь, станешь большим, и у тебя будет много-много ответственности. А, я понял. Ну ладно, допустим. Так, окей, все, возвращаемся тогда в полицейский участок и докладываем о том, что мы спасли дядю Бена и отфигачили гоблина. Так, надо будет себе какой-нибудь еще дополнительный вход сделать на втором этаже, чтобы сразу туда с паутиной залетать. Так, все, здравствуйте, я расфигачил гоблина. Так, давай собирайся, идуй-ка к себе в лабораторию, там говорят, о, карнаж какой-то. Карнаж, да какого, а что так много преступников в один день? Не знаю. Господи, это просто капец, даже не отдохнуть. Сразу, вот только расфигачил Октавиуса, потом сразу гоблина, теперь карнаж. Это ж вообще капец какой-то. И все возле моего дома или в лаборатории. И летим тогда в лабораторию. Так, нам сюда. Опа, я вижу Ричи. Ричи, с тобой все нормально? Он ждет как раз тебя, слышишь? Я понял. Так, окей, привет, карнажик. Опа, на, получай. А че он такой сильный? Я ему прям вообще очень мало хп снажу. Иди, отойди куда-нибудь за дом, там все дела. Потому что я сейчас буду использовать способности, которые лучше тебе не видеть. И активируем вот такую тему. Во! Ну чё, карнажик, даже подойди ко мне не можешь. Все, способность закончилась. Так, кидаем шарды, делаем вот так вот. Получай, получай, получай. Ричи, с тобой нормально все? Я подсматриваю просто. Так странно видеть тебя через стены. Так, активируем коготочечки и получай. Это было тоже довольно-таки просто. Ну, то есть ты можешь через людей прям списывать, да? Списывать? Что значит списывать? Ну, типа там, вот первый вариант, второй, ты сидишь такой, оп, прищурился и такой, а, Сашка, я знаю, что ты пишешь, такой, та-та-та-та. Да нет, ну ты издеваешься, я просто тебя вижу, твой силуэт через стену, а сквозь тебя я не вижу. То есть ты подглядывать умеешь? Ну, можно и так сказать. Мерзкий, выйди из комнаты и зайди нормально. О, это то есть я буду сидеть у себя дома и могу видеть через стены, чем ты у себя дома занимаешься. Лучше не надо. Так, ну все, давай, спасибо большое за то, что спас, удачи. И, кстати, как костюм? Костюм просто офигенный, здесь столько новых способностей, которых раньше не было у Человека-паука. У меня даже рука-указка есть для школы, могу учителем стать. Такое себе, мне кажется, майнкрафтеры не самые лучшие учителя. Давай. Ну ладно, допустим. Так, ну чё, карнажа мы расфигачили. Интересно, а можно усилить как-нибудь еще этот костюм, чтобы стать супер-симбиотом Человеком-пауком? Мне кажется, можно. Надо попросить об этом Ричи. О, Ричи, стой. Где? Я здесь. Что случилось? А мы можем как-нибудь еще... О, я вспомнил! Помнишь, мы с тобой улучшали костюм Черной Пантеры при помощи Камней Бесконечности? И? А если мы этот Таноса отфигачим и заберем у него камни, ты сможешь улучшить этот костюм? Я не думаю, что это хорошая идея, но по сути попробовать можно. О! Ты точно хочешь это сделать? Ну, до Таноса отфигачу на изи. Ладно, короче, пойду к Таносу, забью вам стрелку. Ты что, общаешься с Таносом? Я со всеми общаюсь. А ну стой, Ричи! Туда, смотри. Ага. Я вижу твои глаза с обратной стороны. Я так и знал, что у тебя нет мозгов. Так, все, ладно, ты, я тогда буду сидеть дома, ты придешь, расскажешь там что да как. Вот, и так что я буду ждать. A few minutes later. Ричи! Вижу через стену ноги Ричи. А ты через монитор не просвет. Ты привел реально Таноса, что ли? Ну да, я сказал, что я нашел парня, который тебя вшатает. И он в итоге такой. А, я уже понял, что он хочет меня шатать и серьезно настроен. Давай, Танос, тебе в шею, а потом сейчас тебе будет нехорошо. Я сделаю вот так вот. О, у него появилась полоска хп. Так, безумно круто. Окей, получай, Танос. Но это будет несложно. Теперь делаем вот такой удар. Далее, ярость симбиота. Блин, почему-то ярость симбиота срабатывает как-то не так. Это подозрительно. Опа, делаем вот так вот. Шуху, офигенно. Только единственный минус, что он меня поджигает. И мне становится очень плохо видно. Я могу запрыгнуть вот сюда. Ой-ой-ой, Танос, блин, я его случайно притянул. Ричи, хочешь, Таноса тебе закину? Не-не-не-не-не-не-не, у нас с ним спор. Типа, если он тебя ушатает,
шатает за минуту. А что? То с меня, не знаю, крылышки KFC. Какие крылышки KFC, господи? Так, Танос, иди сюда, получай. Офигенная способность, моя любимая способность теперь. И, по-моему, у Таноса осталось совсем чуть-чуть ХП. Он даже уже как-то бездействовать начал. Видимо, понял, что он сильно слабый. Получай. Камни бесконечности. Так, раз, два, три. О, и вот последний. Все, 6 камней бесконечности у меня. Возможно, Ричи сможет с этим что-то сделать. Все, Ричи, я его расфигачил. Это было очень просто. Пошли за мной. Куда? В лабораторию. Окей, пойдем в лабораторию. Так, это получается нам... О, вон туда. Уху. И все, я в лаборатории. Ричи, так, положи их в сундук. Положить в сундук. Так, окей, ладно, кладу в сундук. Готово. Делаем небольшой апгрейдик. Чувак, готовься. Готов? Да к чему? Что это такое? Сейчас я в тебя инъекцию бесконечности. Инъекция бесконечности. Ага. Кого? Давай, готов? Да, готов, давай. Раз, два, три. Господи, какого фига? Блин, и почему я теперь в обычном костюме Ричи? Что происходит? А может быть, просто эта инъекция в итоге этого симбиота эволюционировала, и он стал настоящим Веномом? Какая? Я не знаю. Господи, Ричи, ты издеваешься. У меня теперь костюм не симбиота, а обычный какой-то. Получай. И какой-нибудь коронный удар тебе при помощи паутинки. Получай. Опять выпала эта штука. Надо ее спрятать куда-нибудь. Она опасна. Да, может, еще раз прокачаем костюм? Давай в следующий раз. Мне кажется, техника безопасности немножко не соблюдается. Так что давай, выходи, давай. Ну ладно, допустим. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Я слежу за вами. Если вы не подписаны, я все вижу. Ну а с вами были Ричи и Скрэйч. Всем удачи и всем пока! И Веном. А да, и Веном был тоже.